Хей-хей-хей, всем привет от Кэт из городка Вискасвилл. И сегодня я вам хочу показать свой холодильник Холодильникович. Вот такой вот весь всем холодильником холодильник, пожиратель, ой, сохранятель, как хотите назовите. Вот он у меня такой большой, высокий, широкий. Длинный. Здесь у меня морозильная камера. Ребята, не пугайтесь. Сейчас открою, покажу, что там у нас. Посмотрите. Все забито просто от и до. Видите? И наверху. А наверху даже не открывается. Боже мой. Вот, посмотрите. Все забито от и до. Это у нас все в морозильнике. Надеюсь, что когда-то это все съестся, потому что это ужасно, конечно, что здесь в Америке творится, я этим заболела. Все это покупается, покупается, складывается, а потом все выбрасывается. Ребята, сегодня это ужас, конечно, здесь месс, бардак полнейший. Сегодня я вам покажу, как я готовлюсь к дню помойки. День помойки — это у нас trash day. Раз в неделю у нас приезжают и забирают помойку. Вот оно мое большое помойное ведро. И сейчас я буду проводить инспекцию своего холодильника и смотреть, что идет у нас на выброс. Начинаем с верхней полки. Так, это я купила сегодня. Детям ланчеблс такие, ужасно, конечно. Стоит доллар. Тут колбаска, как, какой-то печенюшка, делается как бы сэндвич. На закуску тебе сладкая печенька. В общем, вот такая вот фигня. Дети у меня любят, я очень редко, но им покупаю. Так, сметана нормальная, это у меня хлеб, масло, это у меня пирожки, все нормально здесь. Поехали дальше. О, бой. Что у нас здесь? Здесь это у меня супец рыбный, когда-то был. Ребята, уже целую неделю стоит, никто не может доесть, помойку. Так, дальше. Что это такое? Ее даже открывать не буду, ребята. Это у меня моцарелла с зеленушкой когда-то было. То же самое. Стоит, никто не ест. В помойку. Так. Дальше. Что это? Ой. Это у меня ролики были. Роллы. Это была как ветчинка с сыром я делала. Никто не ест. На выкидон. Боже, 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 боже. Так, дыня стоит, вы знаете, дыня стоит уже, не знаю, сколько стоит. Никто не ест, кроме меня. Я половину съела в течение недели. Но, ребята, сколько ж можно есть-то, слушайте. Что-то она уже бедная запотела вся. Пойдет она у меня на Македон тоже. Кошмар. Ребята, ужасно. Вот это вот все, конечно, вся процедура. У меня сердце кровью обливается. Но, вы знаете, у меня семья ничего не едят. Это какой-то кошмар. Вот они бы ели пиццу, вот. Пожалуйста, так и то, посмотрите. Ой, ужас, покажу. О, смотрите. Кошмар. Надкусали, побросали. И это все стоит уже неделю. Ребята, вот, пожалуйста, инспекция. Все, вот это беру. Все на выкидон. Я помню, когда я работала в клубе для миллионеров, это вообще, конечно, кошмар. Я видела, что там творится в местных ресторанах. Там, что этот клуб? Конечно, основная его цель — делать вечеринки. А когда там вечеринки не делаются, просто богатые люди... Опс! Что-то вывалилось. Люди богатые приходят кушать, как бы на обеды каждый день. Ребята, выбрасывается такое количество еды, хорошей, свежей, что вы не представляете. Это какой-то кошмар. Яичко завалялось. Яичко у нас вареное. Новость. Я думала, сырое. Нет, нет. А раз оно вареное, ой, бой, ему, наверное, уже... Ну, не знаю, скоро, наверное, снеслось бы оно, если бы оно лежало под курочкой. Так оно у меня запряталось за всеми моими контейнерами на этом самом, на полочке. Поэтому это все идет в помойку. Кошмар, ребята. Такс, дальше. Салба-малба. Это я покупала хьюмас. Боже, я люблю такое дело. Иногда намазывать на хлебушек. Ну, так, ребята, кроме меня никто не ест. Никто не ест, и это тоже дело стоит у меня уже, наверное, не знаю сколько. Тоже в помойку. Какой кошмар, ребята. Вот посмотрите, сколько я выбрасываю денег. Так, это что у нас? Я даже... Ой, ребята, это у нас был американский а-ля макаронный холодный салат. Ну, что это такое?
тоже уже стоит несколько дней. Но выкидывал. Какой кошмар. Так, что здесь дальше? Одной рукой не особо очень удобно. И такие вот, смотрите, если кто еще не видел, такие специальные пакетики продаются. Там просто у нас находится сода, обыкновенная пищевая сода. А здесь они немножечко такой ставят, как бумажечку. Вон сода сама там. Если вы ставите любой контейнер, вот такой вот, или даже можно в кружечку, в чашечку насыпать любой соды, и сода у вас будет забирать неприятные запахи из холодильника. Вот у меня такие контейнеры стоят. Месяц держится одна сторона, потом переворачиваешь, бац, pull the tab, оп-оп, открывается другая сторона. И как новенькое начинается новое действие. Вот такое вот. Так что, кому может быть пригодится. Так, ладно, поехали дальше. Что это у нас дальше здесь? О, боже, ребята, это колсло у нас. Колсло. Колсло это салат из свежей капусты. Но это у нас недавнее произведение. Это я оставлю. Так, дальше что у нас? Это у нас салат такой а-ля из сыра, майонеза и чеснока. Я тоже оставлю. Так, дальше что у нас здесь потерялось? Кола, она открытая. Дальше, что у нас здесь? Это у меня. Огурчики, еще солено маринованные. А это, ребята, я делала видео, я оставляю маринад из-под огурчиков. И потом мариную курицу перед зажаркой. Получается очень вкусно тоже. Так, ладно, не будем отвлекаться от нашей тематики. Наша тематика — куча еды, которая летит на помойку. Так, это у нас капкейки, которые уже стоят целую неделю. Никто их не хочет доесть на помойку. Дальше, что у нас здесь? Вот у нас пиво. Пиво вроде не портится. Вода. Так, в этом контейнере у меня стоит, знаете что? Капусточка соленая. Мне мама перед отъездом, перед тем, как она уехала на Флориду, она засолила нам капусточку. Капусточка хорошая. А это, ребята, покупала желе детям. И они его не едят. Стоит уже точно целый месяц. Ну какой смысл его держать? А еще с sugar-free, слушайте, без сахара. То есть это все сладкое, какие-то сахарозаменители. Но натурального сахара здесь нету. И вы знаете, не ля барденс. Вкус какой-то не это самое. Невкусненький. Я даже сама когда-то пробовала. Значит, это все идет на выкидон. Представляете, да? Бабай. Так, дальше что? Это наши напитки мы еще оставляем. Что это у нас? Тортик стоит. Тортик у нас тоже недоеденный. Тоже на выкидон. Ребята, вы представляете, да? Нет, это вообще, конечно, кошмар. Так, это что у нас? О, бой. Это сосиски с рисом. Когда-то были. Тоже на выкидон. Ребята, представляете, да? Это вообще какой-то кошмар. Это у меня каждую неделю. Так, здесь. Я тоже открывать не буду. Это у меня салат зеленый, который уже превратился в серо-буро-козюльчатый, в крапинку. И дал сок. Это явно на выкидон. Какой кошмар. Так, что здесь у нас? Инспекция. Сыр. Вроде еще ничего. Не знаю, сколько лежит. Пускай еще полежит. Опс. А это, знаете что? Вареная картошка. Бурбулька. Картуська. Или как там она вообще называется на разных языках. Посмотрите. Но она точно уже лежит, наверное. Не знаю, сколько. Какой кошмар, ребята. Так. Это. Ветчина. Лежит 100 лет в обед. Ребята, вот так вот покупается все. Просто у меня никто этого ничего не ест. Я же одна. Я же маленькая. По своему строению, как сказать, хотел сказать организма, фигуры. Я столько есть не могу, ребята, это все в помойку, кошмар. Это все в помойку. Так, так, что у нас дальше? Что у нас здесь? Я даже не знаю, что у нас здесь, ребята, лежит. Посмотрим. Ну, вообще, какой кошмар. Это у нас колбаса. Копченая когда-то была. Какой кошмар. Посмотрите. Тут куча кусочков. Они превратились в один. А здесь другой. Хэм. Какой кошмар. Тоже колбаса, ребята. И оно лежит уже 100 лет. Вот видите, у меня это все не ест. Это все в помойку, ребята. Какой кошмар.
Какой ужас. Так, тут у нас сыр. Это у нас что? Это у нас сарделька. Не, сарделька относительно свеженькая. Я ее купила только что. Так что, ребята, вот, пожалуйста, почистила я свой холодильник. Какой-то кошмар, конечно. Вот столько я выбрасываю, вы представляете? Каждый вторник. Вот каждый вторник у меня инспекция. Так, пошлите. Еще что я вам покажу. Вот, пожалуйста, ребята. Это у меня снеки, как в Америке называются. Это у нас снеки, чипсы, какие-то печенюшки. Я вот это все выложила. Ко мне приходили гости, родственники пару дней назад. Это все так вот поклевалось и все осталось. Посмотрите. Это вот все. Это все летит в помойку. Смотрите. Какой кошмар. Так, а это, посмотрите, я детям накупила всяких. Это у нас шоколадные печеньки. Это у нас ванильные печеньки. Опять шоколадные. Это какие-то там шоколадные дипы. И у меня это никто ничего не ест. Ребята, посмотрите. Это у меня все лежит. Я даже не знаю, сколько оно у меня уже лежит. Просто оно неприкосновенное. Интересно, а срок годности какой? А срок годности какой? Ребята, срок годности уже давным-давно просрочился. Какой кошмар. Смотрите. Вот это вот я все. Смотрите. Отправляю в помойку. Ну, это я покупала, наверное, месяц назад. Ну, сколько оно может лежать? Если оно лежит здесь, значит, они это есть, все не будут. Ну, посмотрите. Это же просто обалдеть. Это ужасно, конечно. Сердце кровью обливается. Но вот такое вот у меня происходит абсолютно регулярно. Надо завязывать с этим делом. Это ужасно. Я всегда вспоминаю своего дедушка, который говорил, где-то люди в мире не доедают, голодают. А здесь посмотрите, какой происходит. Просто я считаю, что бардак.